Глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный регулярно проводит личный прием граждан. На этой неделе к руководителю муниципалитета обратился Владимир Константинович, который попросил Илью Игоревича выделить на Чекистской улице дополнительные парковочные места для людей с инвалидностью, поскольку имеющиеся нередко заняты. Имеем третью группу инвалидности. Есть у нас магазин «Оптика», куда приезжают такие же инвалиды, как и я. Да? Есть еще один инвалид, он работает именно в оптике. Не будет большого, скажем так, проблемы то, что получится два места для инвалида, нас двое. И третье – это как бы для парковка для инвалидов, те, которые приезжают в оптику. Глава поручил своему заместителю Людмиле Докучаевой в кратчайшие сроки согласовать с профильными ведомствами выделение дополнительных мест. Также руководитель муниципалитета обсудил с представительницей одной из ветеранских организаций Екатериной Васильевной представление объединению нового помещения вместо того, которое ранее попросил освободить собственник. Вариант уже подобран. Членам организации осталось только лично его оценить. Еще одно обращение поступило от жителей села Жестылево и касалось газификации. Согласно дорожной карте, газ здесь должен появиться уже в этом году. Однако работы все еще не начались. Илья Игоревич рассказал, что администрация регулярно запрашивает сведения у «Газпрома» и предложил объединить усилия местной власти и жителей, чтобы вместе добиться от компании информации о реальных сроках реализации проекта. Напоминаем, записаться на прием к главе или его заместителям можно по телефону, указанному на официальном сайте администрации муниципалитета, а также в общественной приемной, расположенной по адресу Вокзальная улица, 18.